Уверенная победа Сергея Степаненко. Победа Дюшок Кашмурат Залаев. Со столом срыв захвата. Максим Серебников атакует. Охват начинает великолепно. Защищается и побеждает за поединки. Победа Дюшок Кашмурат. Победа держит Чумаков Андрей. Победа держит Виктор Шевелянко. Уверенная победа держала Кашмурат. Красивая борьба и победа держит Дмитрий Пыдин. Болельщики, вас никто не слышит. В тяжелейшем поединке победа одержала Максим Серебников. Обратите внимание на этот поединок. Для многих именно этот поединок весьма долгожданный и интересный. И все-таки уверенная победа Дюшок Кашмурат Залаев. Отличная и красивая победа Антона Горина. Победа писала в том случае. Уверенная победа держит Максим Серебников. Красивая победа Евгения Фатьянова. Залог Кашмурат, заслуженный мастер спорта Республика Северная Осетия. Победа держит Кашмурат Залаев. Соревнования выходят в полуфинал, который мы перенесли на конец нашего вечера, где он встретится с Виктором Шевеленко. А сейчас мы приглашаем для поединка за пятое и шестое место Максим Цирюльников и Ахмат Бачаев. Победу одерживает Ахмат Бачаев, занимает пятое место. Максим Серебников становится шестым в этой своей категории. Слева Виктор Шевеленко, Санкт-Петербург. Справа Гена Сельян, Николаев.
разные стили борьбы используют Виктор и Гудяев. Идет борьба за заклад. Кто займет более крупную позицию, кто задержит победу. И это Гудяев Сейлер. Он одержит победу и выходит в финал. Виктор Шевченко занимает третье место. Мурат, заслуженный мастер спорта. Залой Хаджимурат, пожалуй, один из самых титулованных рукоборцев в России. В этом году он стал 10-кратным чемпионом мира. Легко одержать победу. Хаджимурат занимает первое место.